Не пластмассовые. А вот эти? Да, да, да. А я их беру, а то где уже дерево. Да, я вон там тоже беру. Дерево. Щетку плохую взяла, думаю, все равно ей уже выкидать. Багато їде людей, приїжджих по деревнях, уже не хочуть у городі жити. Ну так. Да. Ви ж у городі теж жили? Так. Да. А хто вас на Довгому Курчанах купити? А ми не розуміли, що це хутор. Как-то не думали об этом. Не розуміли раніше. Ні, ну зараз то там теж магазини. Раніше ж усі сюди, один там магазин був. Всі в Атамановські їздили, ходили. Это отдельно, да, станица Атамановская, а где мы, это хутор, да? Хутор Курчаны, да. Угу. А там хутор Курчаны. Думаю, сегодня тепленько побелю. А то мало, может дожди зайдут. Я, слава Богу, як би дав Бог дождя. Я сегодня посадила кукурузу. И посадила за то, что травы не будет. А курям надо кидать. Я по 5 штук кидала в каждую лунку. Угу. Думаю, буду проживать, курям кидать зелень, а качани. А и качани, вони вже переспіють, я виламую, кидаю, угу. І вони самі клюють, не надо їм нічого, не чистити нічого. Так що, ми заболели, да? А що ж таке? Деревня не в моду. Росіянку посіли, дітвора приходили, тому що ця луп зійшов, вимерз, вторим понасаджували. Ну, вроді мало, думаю, ні, посадимо ще і ці. А редис сажали? Да. Не вимерзла? Ні, в мене ще не зійшла, я на рану не сажу. Я після картошки вже посадила. А-а-а. Ні, хвати, я її рану не хочу садити. Конечно, она вымерзла из себя. Я же ее садю так. Понад... Дерек назад. Понад... Дерек. Иди сюда. Не ходи туда. Там собака большая. Она привязана. Ну, хочется кругом. А он так потихонечку смотришь, убежал далеко. Да? Да, потом ищи его. Он уже 12 лет с нами. А так він не понімає, назад вернуться. Ні, не зможе. А може там мало лісу. Дерек. Дерек назад, говорю. Бігом. Десь якась собака. Іди сюди, на, підемо. Дерек, пішли, на. Дерек. Да я смотрю за ним, Кристин. Ага. Приехали мы домой. Ой, блин. Ой, ребенок. Дарик, стой. Да пусть бежит. О, смотри, как я хорошо зашли. Ага. Кстати, это так хорошо, то, что они, видишь, они взошли, они особо сейчас мороз закончится, они вот нормально расцветут, они не успели помёрзнуть, эти кончики будут. Да? Красивые тюльпаны. Угу. А вот трава что-то я не Милка, да, которая с фикс-прайса? Да, не лицезрею ее. Нету ее что-то. Да, с фиксика, помнишь, мы брали по 50 рублей? Сажать не умеете? Да, Рушан, конечно. Чего у тебя там? О, пойду я спрошу, что здесь Коля делает, потому что вдруг ему помочь надо. Давай. Видишь, что сверлит? Камыш горит. В смысле, камыш горит? Нашла тоже, у меня горит. По-моему, здесь каждый. Вот он далеко. Мы кости забыли. Собакам кости забыли. Да давай так, там можно. А до завтра. Я сейчас буду разбирать мясо. Там будет ему из чего сварить. У нас еще жир, Руш. Жир где-то был. Ну, сейчас разберем. Ага. Прошу.
Присенька приехал на стирку. А, где моя девочка, шляденькая, спахали. Вон мышаня твоя, видишь, валяется. А все разносит, все тапки раскидает. Почему мышка без хвоста? А, значит, уже отгрызла хвост. Ой, жара наступила. Я вчера Нэнси гоняла. Я не могла ее домой загнать. Да, Китюнь? Иди, беги, гуляй. Беги. Мне там интереснее, да? А у нас сегодня будет шашлычок. Мы сегодня взяли немного свининки. Это у нас... А, как пахнет. Самый простой маринад. Это... Забыл, как называется. Уксус, лук, соль, перец. Все, больше ничего нету. Самый, можно сказать, наш любимый. И такой. Здесь уже курица идет. Здесь мой маринад, ну как видите, майонез вместо уксуса. Нет, как видите, можно подумать, что это и кефир. А что, это кефир тоже делают? Конечно. Делают, это томатные соки делают. Угу. Капец. Я знаешь, что думал, может быть нам это еще этого соевого соуса добавить? Мне нельзя. Кристинке нельзя. Что видно? Она может не есть. Ну не, я могу это. Ладно. Чё? Ну там мог косточек пожарить. Косточкой пожаришь? Вообще без ничего. Так, посолю сверху. Вы хотя бы пересолите, да? Это в соль так окунуть немножко. Может просто действительно в организме нехватка соли, поэтому один раз накормить соли. Нет, это не нехватка соли. Это неуклюжесть называется. Ну как неуклюжесть? Человек же сам ест, он чувствует. Ест через силу, а что делать? Приготовила. Да нет, как неуклюжесть? Нужно же постареть, попробовать. Она вот не любит это делать. Я ей тоже так говорила. Пробую, вижу, когда уже поздно. Нет, сначала лучше не досолить. Угу. Я это 100 раз говорила, она постоянно все пересаливает. Я вообще потом есть не могу. Лучше это, как это, не добздеть. Сейчас, говорит, уже лучше стало. Ну, конечно, сейчас одна, может, подожди. Критиков нету. Крис, а ты это, не солила мне печень? А ты не солил? Нет, сказал себе. Ну, тогда я тебе больше доверяю. Пожалуйста. А я тебе как буду печень пробовать? Я не буду солить. А не надо пробовать, ну примерно же. Примерно не смогу даже. Просто я видео монтирую, не хочу вставать, у меня наушники все тут прицеплены ко мне. Крис, только давай без своего вот этого заскока. 10 тысяч носков. А зачем ты в Васильке столько носок заказала? 10 тысяч. Это называется это, когда стиральной машины нет, он это заказывает носки на месяц. Да, да, да. 31 пару. Ага. Я все свои новые носки скрыла, представляете? Да ты чё? Надо просто побольше тёмных заказывать. Просто вручную надо стирать. Снял носки, постирал. А где она тебе будет? В раковине стирать? А почему бы нет? Ой, в мойке? Ну, а почему бы нет? Есть же люди в мойках ноги моют. Есть, у нас есть. 22. 22? 22 пары? Еще там, это только тёмные. 22 пары или 22 носка? 22 носка, один с пар. А, да? Но один с пар-то тоже не мой. Посоли, пока не забыли. Посолоть. У нас так бабушка раньше говорила. Я знаю. Как будто это специально речь портила. Посолоть. Надо еще воды добавить. Кристина, все. Да я же знаю. Я знаю, что ты знаешь. Потом это соль аж на зубах скрипит. Я поэтому без зубов. Кто, я? Я. Это, наверное, опять, да, не видно будет? Да, наверное, скорее всего, не видно. Мы на поле, главное, нам видно. Вот. Мы сейчас кукурузу
сажаем. Вот так вот луночки здесь. А я не знаю, видно, нет. И вот так вот. И все поле мы теперь засадим кукурузой. Все, что осталось, как говорится. А мы здесь всей компанией. Четверо нас здесь. Дедколь кукурузу сажает. Мы с Кристинкой отраву кидаем. Рушан лунки делает. Весело. Ага, я не знаю, видно, нет. Ну, в принципе, нам еще пока видно. Тебе видно что-нибудь? Видно. Что, закончилось у тебя? Да, все, сделала рядок. А, ну все, отлично, тогда все. А? Где мангал горит? Кристинка, пока мы были в поле, она все. Вон, это... смотри. О, Нэнси. Нэнси, а ты где была, красавица? Она была. Нэнси выбегает оттуда. Угу. А где ведро? Какое ведро? Вот оно. С кукурузой. Все, что успели, то посеяли. Завтра с утра. Че? А вот эти кто разгибать будет? Как? Ну, девочка же это. Как? Эти штуки кто разгибать будет? Еще их надо было разгибать. Ну, как бы да. Выше подошел, выжил. Смотрите, у нас какая, смотри, Кристина. Меня никто не придумал. На солнце заряжается. А это что не вставили? А я думала, это лишняя деталь. А, конечно. А что она не сделала? Ну, она не вставила, вот эти штуки вставлять надо было. Куда? Вот эти разогнуть и вставить. Просто я удивляюсь, почему не смутило то, что две детали какие-то такие же черные, уже использованные. Одна деталь. Как одна? Второй не было. А может, она внизу горит? Вон она внизу горит. Блин, хотела показать. А, вот смотри. Красиво. Ну да, красиво. Нэнси, ты вообще разошлась? Куда продырявить? Ходит, гуляет здесь. Так, туда. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Так я не знала. Нарушан, так, было... я вот эти столики знала. А это значит, что... это означает, что она невнимательно наши видео смотрит, когда мы делали обзор этого мангала. Вообще-то вы делали его у меня в доме. А, то есть... смотреть не надо теперь, да? Смотри, что на Нэнси. Нэнси гулёный. Ага, гулёный стала. Буду смотреть, сколько я вам угли сделала. Прожечь было не так уж легко. Хорошо. За ухо надо сразу. Так он еще по лицу не влезла. Он испугался. Хоть бы извинился. Ну извини, конечно, пожалуйста. Ну извини. Ну я что, специально что ли? Ну нечаянно. Я понимаю. Пойдем, Нэнси. А что? Обижается опять? Ну ты хоть бы извинился. Я извинился, иди сюда. Приучи мужика вот так, внимание не обращать, потом так и а будет. А что от тебя это? С тобой живу, на успокоительных. Не получается, блин. А почему сейчас так трудно открыть, Руш? Потому что она горячая. Оно изначально тоже было. Я вот так вот, если честно, поделала, оно не выходило. Значит, так и должно быть. А на что бы ты палочки, Кристина, ставила? Что-то я не подумала. А может три перчатки одеть? А? Да, вот уже все. Так, сейчас. Ну там еще одна железячка. А что, вот так пусть Руш. Нормально же. А, они должны вертикально же стоять, точно.
все, все, ничего не говори, все, все, тихо, ничего не говори. Мы просто на огонь смотрим. Блин, ты там бросила, смотри, с гвоздем, он не будет стрелять? Будет, да? Инструментов столько принес. Ага, уже давно все сделано. Та горячая. Из меня ада. Патрик все ест, да? Патрик, ты что, камни ешь? Угу. А не, он кукурузу может есть. А, ну смотри, он смотри. Собака. Макс, у тебя нет ключей? Где Макс? Нет ключей, да? У него такие глазки преданные, да? Конечно, он преданный. Мы ему же и спасли. Да, Патрик? Ты нас там ждал же до коробочки, помнишь? Ждал нас так, преданный. Макс, Макс! Иди Макс, сюда. Иди ко мне. Хорош, иди ко мне. Сейчас бы Максу лапку перерезать. Иди ко мне, тебе хороший, Макс. Вот этот ревнивый, блин. А. Макс хулиган. Ревнивый он. Сидите. Ревнивый. Насколько ты ревнивый, а. Тебя как будто одного только должны любить. Да? Смотри, не дает вообще никакого. Угу. Да? Макс, ты что ему там кусаешь? Говорит, я тоже хочу. Иди ко мне. Иди сюда. Угу, да. Покусывает его, представляешь, прям? О, боже, что здесь камеры не было, блин. Все, смотри, все, пошел он его, смотри. Вот падает. В разнос он его пошел, короче. Так, ты почему его кусаешь, патриот? А он за меня заступает, как-то он завалил. Да, иди сюда, Макс, иди ко мне. Макс, иди сюда, Макс. Хороший пес, ты хороший. Смотри. Какой ты ревнивый. Да, Макс? Давайте. На, вперед. Погуляли? Иди сюда. Тише. Пойдем. Можно побольше или поменьше? Поменьше. Зачем я спросил? Вкусно? Если все равно возьму побольше. Хороший маринад получился. Не пересолил? Все good and так. Я же доверяю. Ну, у меня в этом плане я крайне редко бывает пересаливаю. Единственное, когда в Дианку посильнее влюблюсь, тогда я пересаливаю. Так, сегодня ты меня слабенько, да, любишь, я заметил? В смысле? Дерек. Сегодня я старался для тебя, чтобы не было, чтобы ты, это, половина, чтобы ты все съела. Дерек. Хватит. Ну он тоже хочет. Мне надо. Но ему нельзя. Мне не надо, еще двое маринада. Еще такой шашлык получился. Блин. Я думаю, нормальный. Сейчас на следующей партии пойдет курица. Вот. Сейчас я заново закину эти дрова, чтобы они в угли превратились. Все нормально, да? Прожарился. Пятерка. Ты снимай пока. Ты типа пока ты снимай, я все съем, да? Ну, ой, да. Блин, рекламу предлагают, я не хочу связывать. Что предлагают? Опять конфликт на веру? Матрасы. Не, матрасы нет. Ладно, короче, мы будем курс, походу, сейчас это. Пока я тут пломбы заговариваю, чтобы я быстренько все это. Пока снимал. Будем кушать.